играл в группах КСК, автоматические удовлетворители, объект насмешек, пупсы, Machine Band, 4 ветра. В 1993 году основал группу Tequila Jazzes. Создатель и лидер супергруппы The Optimistic Orchestra, пишет музыку для кино и телевидения. Сериал «Тайны следствия», фильм «Железная пята олигархии». 17 июля 2010 года Евгений Федоров на официальном сайте коллектива объявил о распаде Tequila Jazzes, а в сентябре того же года была образована его новая группа «Зорч», впервые представленная публике 3 февраля 2011 года. Весной 2012 года запущен мультимедийный проект «Mongoloid», который представляет собой многосерийный аудиосериал в жанре приключенческой антиутопии, сопровождаемый музыкой группы «Зорч», анимацией Александра Киселева и текстами Евгения Федорова. В июле 2012 года временно переехал в Грузию для проживания с семьей.